я приветствую всех зрителей, которым выпала уникальная возможность наблюдать самую музыкальную из всех информационных программ. С вами Сергей Сивоха. И наши последние новости имеют следующий вид. Развод по-турецки. Распался популярный дуэт Виктор и Павлик. Теперь они будут выступать отдельно друг от друга. Химики предупреждают. Группа «Формула водки» упала с банана. И неудивительно с таким названием. Очевидное невероятное. Майкл Джексон уже 20 лет не может поступить в наш университет культуры и искусства имени Поплавского. Ну что ж, сейчас благодаря собственному корреспонденту в самых разных местах нашей планеты мы узнаем, что у них там постоянно происходит. Ой, зайки мои, сегодня меня, вашу уставшую зирку, занесло с поездом аж у Австралии. На международную конференцию общества любителей бумерангов. Ой, здесь только что неудачно завершилось выступление нашей замечательной певицы Ани Лури. Она долго всем обещала, что вернется. Такие взяли за ноги, за руки, да и запустили в направлении Африки. Ой, и сейчас уже зайки мои ждут, когда же она наконец вернется, чтобы присвоить ей звание заслуженного бумеранга нашей страны. Что ни говори, а приятные новости почти так же приятно слышать, как и читать ваши письма. Так что я даже завидую нашему дежурному письмологу Коленьке Вересню, который каждый день с трудом пополам разбирает ваши каракули в своем табу. Наталка Чухтарилова спит Полтавы и цикавится. Условий Джордж Майкл. Майкл – це имя, це прізвище. И задоволенно відповідаю Натальці, що Майкл – це Джексон. До речі, на мою думку, батьки повинні такі речі пояснювати своїй дитині вже з малку, щоб вона потім не перелякалася, що Микола – це вересень. Наш ответ, а сейчас известный клипфакер, наша звездочка Голливуда Вуди Аллен познакомит нас со всем, что у него накопилось за душой. Вы знаете, к нам только что поступили результаты опроса, проведенного в 3:00 ночи среди случайно выбранных людей. И вы знаете, он показал следующее. Учителя русского языка любят хит группы «Ногу свело» «Ремемба Харумамбуру». Альпинисты песню Алены Апиной «Узелок завяжется, узелок развяжется». Ну а самой популярной среди свинофермеров Луганщины стала композиция, конечно же, Андрея Кравчука. Зустрів я кабана, очі дурні, роги брудні. Він не любив мої пісні. Доля, моя доля, бо саду спішить. Доля, моя доля, Ah!
неплохо, и со мной неплохо. До новых встреч в нашем общем эфире.